Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана Ата. Друзья мои, сегодня на ужин я приготовила салат. И приготовила я его, друзья мои, из оставшегося риса. Я делала плов, и у меня остался рис. Из такого тунца, полбаночки. Вот в Турции такая вот рыбка продается, тунец. Одно яйцо завтрака осталось отварное. Туда нарезала огурчики, лучок, пол луковицы. И вот готов салат. Вот так спонтанно можете приготовить салат из тунца. Рис, яйцо, лук, два огурчика и сам тунец. Пол банки тунца на двух человек достаточно. И к этому я еще приготовила. Такое блюдо очень любит мой муж. Картошечку пожарила, такая хорошая, вкусная, она крупная. И ему, он не любит, себе сделала кабачки, вот так вот нарезала, нажарила кабачки ломтиками. И соусом, соус чеснок, йогурт, мяту чуть-чуть сделала и перчик красный. И вот так слоями, как торт, он очень это любит. Ну, естественно, супчик мы покушаем, курочки, бульончик. Тут турки такие кушают супы без зелени, без ничего. Я уже вам несколько раз рассказывала. Вот у нас зелень, тут моя горькая. То есть тут у нас солености, мои солености, они горькие, а это... Аж кыма солености не горькая. А вот я блины жарила, и он ни к одной штуке не притронулся. И вот мне придется это все есть, вес набирать. Ну, зумба, я похожу на зумбу. И знаете, что еще я сделала здесь? Хочу сама посмотреть и показать вам. Я засолила вот такое прасо. Не знаю, оно готово или нет. А ну-ка, сейчас посмотрим, аж кым попробует. А что, не выкидывать? У нас в Грузии это очень вкусно едят. С удовольствием едят. Но можно попробовать его на вкус. Как вкусно! Прасо! Так вот, готовьте ужин, легкие салаты. Пока-пока, с вами была Светлана Та. Мои хорошие, забыла вам добавить, что этот салат нужно развести майонезом. Вот такой майонез купил мой муж, мне очень понравился. Я его только второй раз использовала, один раз тоже какой-то салат делала, не помню. Ну вот такая половина баночки, вот такой вот тонна нарисована. Тунец. В общем, ничего, нормально. Здесь нету в Турции консервных, ни шпротов нет, ничего. Поэтому, мои хорошие, вот мы, когда мне захочется что-нибудь такую копченую рыбочку, то есть в консерве, приходится покупать только это. И еще я видела кое-какие, ну, тоже разновидность тунца, только разные баночки разных производителей. И к салату, естественно, нужно посолить, поперчить. Пока-пока-пока-пока!